что такое зима. Зима – это когда очень-очень холодно. Зима – это когда снег, холодно. Зима – это время года, идет снег, на улице становится холодно и солнце светит не так ярко. Зима – это такое время года. Расскажи мне. Там, когда зима, есть снег, лед и слишком много ветра. А во что принято одеваться зимой? В теплую одежду. Какую? Куртку, шапку, манишку, кофту, штаны. В одежду, в колготки. Шапку, манишку, куртку, свитер, майку можно одеть. Зима – это когда там снежки играют, лепят снеговика, лопатками чищут участок. Бывает разное, бывает ветреное, бывает дождливое. Бывает холодно, бывает гроза. На это время года, которое наступает после осени. Что можно делать зимой? Зимой много-много разных игр. Можно, например, можно кататься на ватрушке, кататься на коньках, строить снежную горку. Снеговика строить. Кладь в снежки. Строить снеговика. Лепить снеговика. Делать иглу. Играть в снежки. Кататься на ватрушке. Убирать снег с крыши. В снежки. Строить лыжную базу. Играть в снежки. В горке снежные кататься, и на коньках покататься, и на лыжах. Можно с родителями поиграть в снежки. Какие зимние игры тебе нравятся? Я люблю кататься на коньках, потому что можно скользить по льду. Надо скользить ножкой вперед. В снежки. Почему? Потому что когда играешь в снежки, можно строить снежную крепость. А зачем она нужна? Чтобы защититься от снежков. Играть в снежки, кататься на ватрушке, снеговика лепить. Мне нравится зимой на коньках кататься. Показывать фигурное катание. Мне нравится играть в снежки. Расскажи об этой игре. Потому что снежки – это здорово, поиграть можно, убегать от них.